Путину, верите? Развалится Россия, наверное, не знаю. Ну так и будете называться. Сибирская республика. Сибирь. И заткнись, падла. Заткнись. Вот это что пугает больше всего. Народ злится, но ведь это же не бесконечно. Куда его забирать? Нужно ли открывать границу для людей? Да, люди жалуются. Иногда 14 часов стоят. Потому что все хотят украсть. И украсть не тысячи, а миллионы. Как же это все исправить? Блин, потребно быть и добришими. Здорово. Вы адекватные или вы быдло? Да, бля, подожди. Мы адекватные. Адекватные? С вами можно поговорить так, чтобы без матов, спокойно, тихо? Да, да, давай. Верите Путину? Что? Путину верите? Да хрен его знает. 50 на 70, да, я понял. А если Путин умрет завтра, что вы, как ты видишь будущее России? Он же старый дед, ему уже сколько уже? 8-й десяток пошел. Ну никак. Больше и больше его не будет. И что будет с Россией, как ты думаешь? Да хрен его знает, что с ней будет. Развалится Россия, наверное, не знаю. Ух ты, развалится. А на какие куски, как ты думаешь? На какие бы ты хотел, чтобы куски развалилась Россия? Ну я не хочу, чтобы она развалилась. Ну так это же неизбежно, ну надо признать. Ну, не знаю, у кого какие выводы. Ты в какой части России живешь? Вы в какой части, мужики? Сибирской. Ну, будет отдельная Сибирская Народная Республика. Ну, что ты говоришь, типа, я не знаю. В смысле, я не знаю. Ну, отдельно Урал будет. Уральская Республика. Отдельно Сибирская. Дальневосточная. Это Татарстан отдельно. Ханты-Мансийская будет. Ну, так и будете называться. Сибирская Республика. Сибирь. Понял. Представь, сколько у вас ресурсов, сколько у вас леса, сколько у вас вообще всего. Москву кормить не надо, так вы заживете нормально, хоть как люди будете жить. Ну, где-то и там есть правда. Ну. Так, смотри, какая штука. Сейчас получается, смотри, какая штука. Ведь сейчас самое подходящее время объявлять про независимость Сибири. Пока русские там в Москве заняты, у них война, они все танки... все войска стянули туда, к Украине. А, пацаны, не захотели. Чё так? Чё пацаны убежали? Сибирь была на связи. Убежали пацаны. Да убери телефон от него. Рассказывали про Сибирскую Народную Республику мне. Не хотят кормить Москву, ты понимаешь? А только да что был... А только что был телефон от экрана. Ау. Какой телефон? А, или... Я думал, тебя снимают. Кто? Где? Да потому что все, я понял. Уже такие были, что тебя вот так показывают. Вроде бы ты. Не. Я понял. Как там сегодня эфиры идут? Нормально? Нормально. Кацапов много? Да хватает. Хотят разваливать Рашку, хотят отделяться. Сибирь да отдельно. Пора. Сибирь отдельно, Дальний Восток отдельно. Поэтому норм. Ну, знакомые в Хабаровске тоже давно хотят отделиться. Вот, я только что с Хабаровском тоже общался. Хотят, вот, хотят отделяться. Но боятся. Почему? Как бы им помочь? Мы им... Да не знаю, мы и так им помогаем, скажем, днём. Да нет, с тобой страшно общаться, у тебя сзади мешки черные. Орки. А я знаю, блин, а сейчас оттуда как выпадет. Я ж под прикрытием, я ж сибирско-народный республиканец какой-то. Заткнись, падла, заткнись. Я боюсь таких вещей. Что украинцам хочешь сказать? Да ничего, так общаются о разном. Все нормально. Злые люди. Я хочу сказать, чтобы были немножко помягче. По отношению к таким людям, как я, которые выехали, и не надо всех называть, что свалил, потому что мы очень много делаем, помогаем. Очень много. С каждым днем. Откуда столько злости? Не знаю, вот общаюсь с украинцами, как ты выехал, а, ты свалил, то все. Они не спрашивают, там... Как я к этому отношусь? А что я делал в Украине, когда война началась? Полномасштабная и вообще с 2014 года. Их это не интересует. Они злые, потому что сидят сейчас, работы нету, денег нету. Вот это что пугает больше всего. Поиск внутреннего врага. Ты да, во всем да. виноват. Да, да. Ты вот сварил и все. Откуда я там с Кирова? Так ну реально сидят только бухают. Потому что без работы остались, что еще делать? Ну это ненормально.
Почему не выпускают людей за границу, как ты думаешь? Я думаю, потому что глупости это какие-то. Коррупция. Выпускают, все выпускается, только все за деньги сразу кому-то. А так бы это все в бюджет и шло. Народ злится, но ведь это же не бесконечно, вот эта вот злость. Чем все закончится? Не знаю, чем закончится. У меня просто вот ребят забрали, тех, кто реально очень больные. И я не знаю, как они там будут жить. Моего одноклассника с ДЦП забрали в саперы. Ну это нормально? Но это, больной, это больной человек с самого рождения. Он больной, он реально на своих кидался с ножом. Он больной. Куда его забирать? Вот это таких там много будет сейчас. У меня пацаны сейчас воюют, там каждый десятый с эпилепсией падает. Таких, что надо магнезию ему, что оно его не попускает. Зачем таких берут? Но ведь люди злятся, говорят, и те, кто выехал из страны, оставляйте паспорт, пишите заявление на выход из гражданства, и типа все, и валите куда хотите. Но я свой паспорт оставил в Украине. Ну это ненормально, нет, да какие-то условия поставьте, каждый месяц там какие-то 100 евро перечислять, но я думаю, это не напряжно и бюджет будет пополняться. И тем более тут люди это самое и делают, каждый там десятину отдает, 100% я знаю, но наша община так точно. Мы большие объемы в Украину отправляем каждую субботу, это где-то 500-600 килограмм гуманитарки, и много из них наши таможенники лично забирают, не пускают. Говорят, что военные. Начиная с рюкзаков, с формой. Ну, это тоже ненормально все. Что исправить? Что исправить нужно? Какие есть предложения? Исправить? Нужно ли открывать границу для людей? Я думаю, нужно, да. Кто хочет, тот возвращается. Граница сейчас постоянно на границе. Но если открыть границу, то все же сбегут. Нет, не сбегут. Ну, сейчас гляньте на любую границу с Польшей. Туда-сюда, очереди по 12 часов. Да, люди жалуются. Иногда 14 часов стоят в очереди. Я бы, например, какие-то сделал там правила. Например, для людей, вот кто туда-сюда мотается, какие-то ограничения. Два раза в месяц только выезжать. Люди тех западных регионов не дают нормально людям жить. Вот у меня две знакомые опоздали на самолет из-за того, что стояли на границе в автобусе очень долго. Ну, короче, блин, у нас такие дыры в этом всем. Не знаю, как с этим бороться, это сложно, все там на правительство, на что-то, с каждого надо начинать. Мы такие, блин, с рождения нас так воспитывали как-то неправильно, не знаю. Когда выезжаешь из страны, понимаешь, что воспитание у нас было ненормальное. И, ну, наши еще полбеды, наших родителей было ненормальное воспитание. Что делать с мобилизацией? Ведь есть же проблема, нехватка личного состава. Делайте нормально, чтобы пацаны воевали, сделайте все открыто, прозрачно и давайте людям отпуск не за деньги, а реально, чтобы они захотели там, ну блин, у меня знакомые деньги платят за то, чтобы на 2-3 дня домой попасть. Командиру? Ну, конечно. Ну, а как? Сделайте как-то официально, там, ну не знаю, ну блин, ну все можно придумать, все в открытом доме. У нас такие есть люди, этичники, все. Сделайте программы, чтобы каждый украинец мог зайти, посмотреть на это все, как, куда распределяется. Ну сделайте в открытом доступе, не дурите людей, не обманывайте. Ну блин, я сижу в Англии, англичане в шоке из украинцев, насколько у нас богатая страна и коррумпированная. Они вообще в шоке, у них тут по большому счету ничего нету, и все живут нормально. Все, даже наркоманы, даже алкоголики, все живут нормально в достатке. У нас такого никогда, мне кажется, не будет. Потому что все хотят украсть. И украсть не тысячи, а миллионы. Вот я заехал в Варшаву. В Варшаве возле каждой гостиницы номера АА стоят. Как относятся англичане к вот этому уровню коррупции? Потому что просто на самом деле... Они в шоке. Они вообще не могут понять, зачем нам. Мы показываем ремонт, потолок там 3 яруса. Они говорят, зачем? Они не могут этого понять, вот этого пафоса в Украине. Они не могут его понять. Они в шоке с того, что у нас такая промышленность, у нас куда ни зайти, там в рейтинге в Европе, все на первых местах, все есть. А по большому счету ничего нет. Я с Кривого Рога, у нас один дом, который построили за последние 30 лет, один дом, в таком богатом городе. Все сложно. Как же это все исправить?
непонятно, как исправить. Я говорил, что надо бороться с коррупцией уже сейчас начинать. Начинать с полиции. Вот взять тут полицию, там полиция. У нас, ну, там страшно в Украине было. У нас, не дай бог, полиция к тебе придет, это все сразу. Ты думаешь, это я что-то не там закосячил. Думаешь, кому платить, кому звонить. Уже сразу ты думаешь, кому сколько надо платить. А тут не так все. Тут человек... Полицейский нормальную зарплату получает, и он боится потерять свою должность из-за какой-то взятки. Все надо начинать с того, чтобы человек спокойно рождался, жил бесплатно. Вот у меня вот такие таблетки в Украине, сыну надо было 5000 гривен каждый месяц. Тут Англия бесплатно ему их дает. Ну вот, вот с этого начинаем. Зато в Украине наркоманам метадон бесплатно дают. Как принимают беженцев англичане? Отлично. Вот тут отлично. Я вот был в Польше, много с кем общался. В Англии именно украинцев очень сильно принимают. Очень. У меня знакомые заехали. А если сейчас вот Арахамия просит экстрадировать украинцев, которые призывного возраста, потому что они воевать не хотят, выехали незаконно, как будут англичане к этому относиться? Я думаю, очень плохо. Выдадут? Нет. Почему? А им все равно, кто как выехал. Они знают, что такое война в Украине, и хорошо знают. Они каждый день, вот мы едем, постоянно новости «Украина, Украина». Они знают, что у нас бомбят, потому что их бомбили. У них как такой войны же не было во Второй мировой. Их бомбили только. Они это все понимают. Они за нас сильно переживают. Не будут никого выдавать. Украинцы тут рабочие и хорошие специалисты. Они хорошо работают, украинцы. Англичане, они честно рукожопы. Ну, логично. Так. Причем работать на таких работах, когда маленькая зарплата, лучше найти себе работу, где не нужно прям так руками работать. А украинцы работают. То есть украинцы приезжают, язык. Проблема? Учат быстро? У меня вот женщина из Донецка, с Мариуполя. Они параллельно украинский завод выучили. Отлично. Главное вовремя. Я так само. Я могу прийти на украинскую мову. Я тут толкуюсь с нею каждый день. Та зрозуміло, кожен українець без питань українською мовою. А в Україні це якось було соромно, не знаю чому. От нас так, якось так у нас. Я не знаю чому. Коли? Починається з цього, щоб розмовляли українською мовою. Ну, хоча вже воно, я думаю, починається. Ну, багато хто в Україні вже прийшов на українську мову, розмовляють українською мовою. Ну, Кривий Ріг не хоче і не знаю, як це їм сказати. Хоча ми дивимося телевізор, навчаємося в закладах в українських. Ми ж це, цю мову знаємо, ми чуємо, у нас вона є, сидить, але ж її надо діставати, і спілкуватися нею, і все. Це буде. Що скажеш глядачам? Глядачам? Хай більше вас дивляться, я думаю, ви несете хороший контент, показуєте дійсно зомбованих людей. До тих точно не дійде. З ким ви там спілкуєтесь, тролите їх. Вони тупі наскільки. Погано, що українців скільки багато є. Таких самих. Мене часто питають, типу, Луганський, зроби четвертку по Україні. А я не хочу. Я боюся. Ну, чесно, я чесно, я прийшов по Україні зараз десь місяць в Росії, то мені кажеться, більше агресії от, по Україні. Я розумію, чому так. Я сам знаю, що це таке. Я об'їздив всю Херсонську область, допомагав кожен день. Ми займалися евакуацією людей. Я це все знаю, чому люди злі. Але ж, блін, потрібно бути добрішими. Того, що ми, чесно, зайдеш так в російську, в українську, ми від них не відрізняємось нічим. Оце пугає. Тому я і не буду робити чотирилетку по Україні. Дякую, друже. Да, дякую. Всього доброго. Дякую. Рад був з вами спілкуватися. Дякую, до побачення. О, блогер. І вам здравствуйте. Це не боже, це просто блогер з України. Я говорю, і вам здравствуйте, говорю, спасибо. Блогер. Да, я блогер, да. А я что-то думаю, а куда же делся с YouTube? Вы куда-то сразу так что-то задрали, и рука куда-то полезла у вас сразу вниз. Вы руки на стол поставьте, на всякий случай. А нет, то я начинаю стесняться. Слушайте, да я знаю ваши приколы. А чего вы так мало сейчас рассказываете всего и вся? То в YouTube полным-полно было, а сейчас набираешь украинские блогеры. Одесская хунта встречается, а вот вас я что-то практически не видел. Куда вы делись-то? Важных тем все меньше и меньше. Не о чем разговаривать с русскими.
не о чем разговаривать. А тут появилась тема, ну все-таки, смотри, годовщина. Интересные результаты, какие-то цели были, задачи поставлены. Можно ли подвести итоги? Мне кажется, это интересная тема. Просто так вот, ну, болтать ни о чем, неохота. Провожу теперь соцопросы. Захожу к русским, говорю, какая была цель год назад поставлена, какие задачи. Вы так сразу закрылись, типа, буду защищаться сразу, как будто я на вас нападаю. А я просто спрашиваю, какие задачи были поставлены, какая цель год назад, чего достигли, можно ли подвести какие-то итоги. Насколько я помню, денацификация, демилитаризация. Ну и как результаты? Ну, двигается все, наверное, потихонечку. Вы как считаете? Нет, то как я считаю, вы можете у меня спросить, я отдельно отвечу. Мне больше интересует ваше мнение. Я думаю, по чуть-чуть двигается. А куда торопиться? Россия никогда быстро не ездила.